Итак, друзья, мы продолжаем с вами постал. Итак, что у нас по заданию? Достать генератор, забрать посылку, день рождения дяди Дэйва. Так, куда нам ближе всего? Нам за посылкой, да, ближе всего? Ну, пойдем. Пойдем за посылочкой. Что тут у нас в газете пишут? Рад видеть, что налоги, которые я плачу, не тратятся попусту. Ничего интересного. Ну, пойдем, пойдем. Что тут? Так, правильно идем. А, прямо и налево. О. Тихо, 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 тихо. Нет у меня нихуя. Вы чё, блядь, солдафоны, ебанулись, что ли? О, нет. Тихо. Я сейчас разорвёт, если я немедленно не да разорву. Иди нахуй, Вася. Все, 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 я съебал. Блять, какие агрессивные все. Что такое? Начинается-то, блять, а? Ты заебал. Здрасте, блядь. Нет, нам не это не надо. Где он почта? Прямо по. Надо подготовиться, а то вдруг, блядь, хуйня какая начнется, а я не готов. Откуда, блядь? Нихуя себе, сходил на почту, блядь. Есть броник? Кстати, броник, заебали. Вот ты ебаный, алах-бабах, блядь. Ах ты пидор. Гнойный. Уйди, мудила, блядь. Зачехляй нахуй! Я сейчас разорвет, если я немедленно не отолью. Закрывай ебаную эту дверь, блядь! Что, ты отлить захотел? Что случилось? О, мне обязательно нужно. Да ёбаный урод, еще да, ты заболел хуйней какой-то. Охуеть. Заебись, блядь. Так. Откуда этот Аллах хуярит, блядь, меня? Демон ебаный тут есть. Где-то на горе стоит. А вот он! Ой! Пидорасы, блядь. На почту сходил я. Еще, блядь, какой-то стоит. Стой или буду стрелять? Кто? Бросай оружие, или я буду стрелять! Кто? Беги, блядь, мен! Ебать! О, броник нашел, нихуя, а как я сегодня не заходил? Знаешь, педрельник, блядь. Где-то мудила есть. Нихуя. Готово вам дня. Дурак, что ли, блядь. Подарок. Круто. Эту хуйню надо сожрать. О, эта штука хорошо действует. Чё ты, блядь, чё началось-то? Да чё, блядь. Иди ты нахуй!
все. Где, блядь, отделение тут почтовое? Охуеть, блядь, сходил за почтой. Что это за дом? Заебал ты меня уже, Вася, блядь! Я где? Что я здесь делаю? Спасибо. Нахуй был мне нужен, конечно. Телеков понавключали, блядь. Интересное место, хорошее, очень даже. Я чувствую, сейчас солдафоны меня атакуют. Будет пиздец полный. Я где? Есть. А хули я тут делаю? Ты, блядь. Сюда? Сюда. Вахпочтам, где? Где? Почта у нас, где? То, что ли, блядь. Это я заблудился, блядь, походу. Как всегда. Тихо. Ёпта, там что происходит? Чего это там? Секретка что-то какая-то? Ёбаный урод. Сука, да что здесь было? Кот! У меня хуйня для тебя где-то была тут. А ну-ка. А как выпустить? Да-да-да. Что со мной, блядь? Слышь, кот. Ёбаный. Как выйти отсюда? Ну так. Ох, нет. Я знаю, что ты думаешь, но как это забавно, я никогда не любил видеть. Так, мне уже лучше. У меня охуенно вообще. Где почта, блядь? Лежать. Что я опять просто упиздил, не пойми куда. Да, конечно. А. Вы снова резкие. Ты ёпта, забыл, что перезарядки нету. Извиняюсь. Плагин пиранья, блядь. Что за плагин пиранья? Блядь. Что за плагин такой? Пиранья, блядь. А так. И что это, блядь, значит? Хуйня какая-то, блядь. Включим. И. Ума!
моя селезенка наружу полезла. Зеленый мочете, обоссать, блядь. Следи. Ты сдохнешь. Завтра это будет болеть. Ты быстро съебнула отсюда. Наплевала на чужой пол и убежала. А убирать кто будет, блядь? Убирайся! Вот такой, блядь. О, эта штука хорошо действует. Где ее обезвредили? Я опять куда пришел, блядь? Сюда. Наверное, сюда. Да, скорее всего, сюда. Возможно, сюда. Я думаю, сюда. А, вот он. Сюда? Блядь. А я не получу этот пиздюлей, блядь. Здравствуйте. Бля, я еще до сюда не доходил никогда. Сколько существует постов, блядь, я никогда до сюда не доходил. С этой стороны, да? Здравствуйте. Привет. Привет. Я получил извещение, что для меня есть посылка. Моя фамилия Чувак. Так, посмотрим. Чувак. Да, мистер Чувак. Для вас есть посылка, но вам нужно оплатить почтовые расходы. Сколько? Да пошел ты! Это будет 100 баксов. Вот так. Хватит денег. Будете мне выебывать еще. Ой. Дерьмо. Какое? Теперь мне придется искать самому. Может быть, они держат их. Хуять тебе пустоять, блядь. Ёбаный пустоньёный, нахуй. И не толпитесь, у меня пуль на всех не хватит. Посылку свою хоть нашел. 100 баксов, убеди ты нахуй. Блядь. Блядь, ну приветствую. Вы, вероятно, думаете, что я не очень хороший. Охуенно. Я долго. Ку-ку, малышка, блядь. Нету броников здесь. Так, мне уже лучше. Аптечка, отлично. Вот так вот. Со всеми будет. Да идите вон нахуй, ёбаный, откуда вы вылазите, блядь? И ещё один. Ну что с этим пока? С ним поудобнее. Грены, блядь. Откуда? Ты откуда выползла, блядь? Не, куда я? Ты чё, блядь? Это всё, что они могут сказать. Можешь обращаться со мной. Блядь! Своих ног. Черт. Да подождите, отъебитесь. Это может не помочь, но я же чувствую, что это потрясающе. Куда мне дальше, блядь? Здесь что? Был. Твари, блядь.
еще нахуй. И вот, вот такой, блядь. Да ебаный в рот, да нахуй ты ко мне подбежала, тварь, блядь. Блять. Как ты эпично стал? О, да. Ой. Нехуй тут стоять. Дерьмо. По блатному. Теперь мне придется искать самому. Может быть, они держат их в задней комнате. Да я же нашел уже. Не бро. Какое облегчение. Заебали вы выскакивать, как мрази, блядь. Да сытый в потолок, блядь. Так, круто. Охуенно, блядь. Моча на голову капает, заебись тебе, блядь. Что ты тут, блядь, мечешься? Ну как, не вздыхается? На тебе еще, блядь. Что ж ты чувствительный такой, я хуй пойму. Началось нахуй вторжение, блядь. На тебе, блядь. Ты как ты опять, блядь, загорелся, эта тварь? Так, мне уже лучше. Это может мне повредить, но я же чувствую себя потрясающе. Да брось, дайте мне, блядь. Это все. О, какого-то броника нет, вы охуели, блядь. Вы на задание пришли. Бля, нахуй руку уебал. Есть еще кто? Кому что-то спросить, тут подсказать? Ну вот так вот, например. Да, там вот. Возьмите, пожалуйста. Вы тоже возьмите свое. Так. Броник. Какое облегчение. Охуение какое-то. Так, спокойно. Кокетельбосы. Ваши. Спокойно. Спокойно, я сказал. Выход, иди отсюда. На, выпал. Боюсь, у меня больше не будет детей. Победил всех.
там хуй его знает. Блядь, да откуда же? Бля, чё? Нахуй вы пинаете ты его? Лови, блядь! Ох, нихуя, я бьёк! Лови! Сука! Да блядь, так, вот так бросить, что ли? Вот! Точно прям. Точно по шкурам. Вы не видели меня, блядь. Да, сюда мне надо, потому что здесь прикрыто было. О, эта штука хорошо действует. Пинаются, они не ходят тут, блядь, по трупам. Были уже такие, проходили, блядь. Еще убийцы есть? О, да. Другую хуйню будем использовать теперь. О! Я понял, блядь. Ёб, да если я сейчас зайду сюда, заберу посылку и съебнусь. Отсюда. Привет. Давай. Привет. Я получил извещение, что мне появилась посылка. Моя фамилия Чува. Дядь. Блядь. О, да. Дерьмо. Теперь мне придется искать самому. Может быть, они держат их в задней комнате? Да не, она здесь же была. Я предоставляю всем равные возможности. Вот, ну моя посылка. И можно съебывать в больницу теперь отсюда. Готово. Все. Нахуй я туда пошел? А, вон оно, блядь, как все здесь происходит. Я понял. Теперь-то я, блядь, понял все. Я называю это реформированием соцобеспечения. Ну, почти. Заебись. Так, мне уже лучше. Да мне вообще охуенно чувствую. Да блядь! Вы что творите, нахуй, мрази? Заходи! С этой хуйней я и пойду, блядь, воевать теперь. О, не мне, а? Не мне определенно нужно еще. Боже, запись. Ну, она въебет там, нет? Заходите. Блин, здесь надо попроще, что-то поменьше. Хотя уже похуй. Блядь, сюрприз, блядь. Нравится? Теперь я не чувствую своих ног. Что с тобой? Что с вами? А почему вы не сдохли?
Я полагаю, более политически корректным было бы вырезать сначала женщины и нацменьшинства. А, я обратно пришел. Нихуя себе, я кружок дал, блядь. Тарут, блядь, бегают все. Ёб твою мать! Ты чё беспределишь, я хуй пойму. Есть, блядь. Не, нахуй. А видео спецназ. Хуя. Это может мне повредить. Трубок но... Я же чувствую себя потрясающе. Приду, блядь. Так. Отсюда заходим. Бля, чем дальше, тем миссии какие-то сложнее и сложнее. Блядь, ну залазь ты. Мразь, ведёшься. Беги, блядь. Ну, дерьмо. Теперь мне придется искать самому. Может быть, они держат их в задней комнате? Ебать, мне нечего. Опять трубку курить, блядь. Это может мне повредить, но... Я ж чувствую себя потрясающе. Блять, забыл! Я не позволю тебе... Чёрт, я не хуй, но... Аптечки пригодятся. Так, мне уже лучше. Что тут, спокойно все вроде? Ползают, блядь. Съебаем отсюда нахуй. И еще сборище агрессивных идиотов. Похоже, да не говори, блядь, ебнутые какие-то твари. Хорошо, что у меня есть бронежилет. Подожди-ка, а у меня есть бронежилет?
Откуда у меня бронежилет-то, я хуй пойму. Все, прячь. В больницу лечиться. Где у нас больница? Ой, еба! Ебать, сколько нам идти до нее. Да. Никак нельзя телепортироваться туда. Правильно? Ну, правильно, блин. Ну чё, в припрыжку погнали, блядь. Весело. Скачем мы. Налево. Тут нет указателя, то что там больница. Нет, ну обойдем сейчас. Я знаю короткую дорогу. Наверное, блин. Посмотрим. За эту посылку ебаную. Так, прямо. Охуеть. Опять через тоннель. Может, блядь, где-нибудь здесь есть. Бабки еще нарыть можно. О, толстушка. Привет, сладкий кончик. Спасибо. Я полагаю, более политически корректным было бы вырезать сначала женщин и нацменьшин. Найди, друг мой. Там чё? Тихо, мусора. Налево и по съёбкам. По кустам мы съёбаем отсюда. Кто, блядь, кончиков набрал? Да, клиника там, все хорошо. Так, не мне, так, мне уже лучше. Мне тоже охуенно. Бля, долго как идти. А к дяде Дэйву еще пиздовать сколько? А, здесь клиника для этих, блядь. Для блаженных, да? Хули, да, так. Блядь, вот это вот нам этого и не хватало еще. Полегче. Что это? Справочная. У кого тут что, спросить можно, блядь? Броник никто не продает. Мята. Как-то в розыске, блядь, тут походи. Ты здесь. Я здесь. Хули я тут делаю? Все, можно идти. Здрасте, блядь, офицеры. Товарищи военные. Так. Прямо нам. Блядь, почему? Откуда вы вылезли? Дальше, блядь, что делать нужно? Налево, направо. Я такие места-то не помню, блядь, никогда. Как никогда? Я же и не играл, можно сказать. Налево, тут направо. Да, тут направо, прямо направо. И мы придем. Что здесь, блядь, за это? Ну-ка, слезь, ну погоди. Стой.
Блять, я думал, может, ты прыгнешь туда. Нет! Я понял. Я понял тебя. О, да. Педрильник ебаный. Хоть не связывайся ни с кем. Бери. Блять, кот побежал. За что? Все, успокойся, блядь. Я сюда пришел. Да, нам прямо теперь. Не буду использовать ни трубку, ничего. Вдруг там нароем сейчас что-нибудь вкусное. О, прямо в больнице. Я должен перестать курить. Это дерьмо. Да ты заебался этим дерьмом уже, напал. Зато, блядь, сходили, разъебывали всех. Где нам напалм взять? А тут закрыто. Нет, тут открыто, мир унитазов какой-то. Деньги. Денюшки, денюльки. Деньжищи. Кончики, денюшки. Я знал, что от этого будут одни неприятности. Нам нельзя, блядь. Это может мне повредить, но я ж чувствую себя потрясающе. Это реклама унитаза. О, трубочка. К дяде Дэйву надо, у него трубок этих, блядь. Что хуй набрел? Ладно, мы пришли в клинику. Здравствуйте, сударыня. Привет. У меня хер болит. Привет. Вам вообще кто-нибудь может помочь? Он жжет, зудит и меня все время рвет. Пожалуйста, вот снимите штаны, мне нужно вас осмотреть. Сейчас. Вот. Ах, гонорея, идите с этим рецептом в аптеку. Спасибо. Аптека, наверх, да? Привет. Привет. Чем могу помочь вам? Он жжет, зудит. Иди, пизду, мне в аптеку надо. Меня все время рвет. Аптека. Аптека, блядь. Что здесь за такая хуйня? Try not to splash me. Сейчас я тебя наебашу. Блядь, ну тут встать. Бля. Пиздец. Теперь я не чувствую своих ног. Да нормально, что пройдет. Где таблетки? Давай быстрее, блядь. Фух. Все, выздоровели. Заебись. Следующее. Пизделей будем получать. Лекарства. Так, мне уже лучше. Все, заебись. Хер чистый. О! Охуенно. А что тут у нас есть? Я же любопытный. Блядь, не в эту сторону, отсюда я пришел. Что у вас здесь? Ну что? Ох, нихуя тут аптечек, блядь. Никто не лежит. Сейчас чувствую, я буду блудить. Ну когда нас это останавливало? Тут кровища какая-то.
мяту взяли кошачью. Привет. 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 У меня хорошо все. Далее бежать по плану. К дяде Дэйву. Ну а к дяде Дэйву мы, наверное, пойдем в следующей серии, потому что уже слишком до хрена времени начали убивать на это. Так что, ребята, не пропускайте серии. Смотрите меня дальше. Желаю всем удачи и всем пока-пока.